Базель обычно играет нормально, бля. Ну, Базель обычно играет, а не летает и артит, блядь. Базель, что ж ты какой медленный? Так, то есть ребята сейчас бы не Базель знают о том, что к ним в сервак залетело 10 человек, да? А это не 10. Что-то даже не подозревают, блядь. Ага, ну. 9. А что это, уничтожение? Да. Да. Блин, а доход? Блин, да ну, стандартно плохо. Очень высокий доход, но... Как давай... бы это очень маленький на конквесте, то же самое. Давайте метки. Я ой, направо да. Пойду вертухами. О! О, минус один у них. Чё, бля, очко задрожало? Так, кто мне поможет вот здесь? Куда я здесь? Ну, я сейчас могу. Там 40. Сейчас авиацию тогда убегу. Ну, я... Колбаски съесть. Блядь, мы сейчас будем скопку с тобой на центре под артой, блядь, страдать нахуй. Ладно. Пиздец, нужно не забывать только то, что это уничтожение, то есть. Уничтожение, блядь, вы налево. Нам сейчас будет туда, блядь. Израильская ритм, давайте, блядь, и нет. Говняшить, блядь, будет туда постоянно. Я уже знаю, как это будет. Ебал я их в рот, блядь. Давайте на Харитон, блядь, шевелитесь, блядь, кто-нибудь, блядь. Ну ставьте метки, ты ёбаный врат. Так никто на Харитон не идет, да? Нет. Блять, я пойду в пизду тогда, я слева, ой, с центра уебываю. Будешь там Скопикус один. Ну, пиздец, блять. Скопикус, ты лети туда, я приеду туда, я еду туда. Где вот остальные, Як, вот ты где играешь? Я на самолетиках. Ну какие нахуй самолетики, блядь, мы против команды? Хотя вот, да, если мы очки забивать, спускай его. Этот вертолет и лети куда-то в центр, прикрывать. Да, предлагаю сразу завертарашить их просто, и все. Нет, а? Я не хочу так играть. Нет, канал обо всем, посмотрите, как будет время. Там так всегда играем, блядь! Каждый день одна и та же хуйня, бля. Кстати, можно это, за реку не заходить и все, в воронь сидеть, очки набивать. Заеби же тема. Интересная можно, идея. Но скучно. Но они так и будут делать. Они будут сейчас, мы сейчас встанем, и они будут артить, 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 вот, вот, все. Ну что, блядь, атаканцы нахуй сейчас. ЦВшки не забудьте расставить, чтобы деньги нам капали. Я на Грегори отправил. Да, Дмитрий. Я на Анне. Купил а можно спросить, а вот у нас еще много народу. А где еще? Кто это, блядь? РСЗО направо. РСЗО направо. Я направо. Атакамс. Атакамс направо. Блин, пизда там мир. Азимут? Еще Атакамс направо. Он туда же. Я проскочил, ты прикинь. Это у нас... Сколько человек, блядь, направо, нахуй? Ульрик. Эх, исчез. Ульрик. Он исчез. А, там с них. Там 4 человека сидит на самолетах. Вы что, издеваетесь? Ульрик, ты летаешь? Да. То есть у нас двое летающих. На вас двое, блядь, нормально. РСЗО направо. Их четверо. Поебать. Ну отлично, по земле пойдем. Всех победим. Да, там вон они по земле, он едет, смотри. Я так красиво американца развел, а там второй американец и француз выскочили мне в тылы. Мне на отхаю. Тупо. Короче, я надеюсь, блядь, я буду один на один слева, нахуй. Потому что я здесь один, блядь. У нас как-то, блядь, вообще непропорционально разделились войска, нахуй. Один в центре, один слева и какая-то хуйбала справа. Азимут, бери вот эти войска, двигайся. Сюда прилетело. Смотри, я буду воевать примерно вот отсюда, как... Направо Атакамс. Повторяю. По мосту. По пехоте. Мне помощь нужна направо. Ты охуел. Да, один, да. Один посередине. Сколько, блядь, направо, блядь. Вы справа не имеете права на помощь. У вас там человек сколько сидит? 4? 5? Не знаю, я еще помощь нужна? Да, я один там сейчас. Они там, они там летают и артят. Нет, там... Там РСЗО будет фигачить. У нас 3 человека на воздухе. Як? Да, что-то я никого не видел, кроме себя. Ну, Як, Ульрик и Маэстро.
Где да, а быть? Где они тогда? Расскажи мне. Что-то я кроме себя никого не видел. А, маэстро сказал, что справа. Сорян, сорян. На вертолет тут был. Я ошибся. Маэстро. Сейчас серу фукубы заебашь. Да. Да. Ну они выигрывают. Ну они артой херачут, конечно, они выигрывают. Что-то бомбите сюда артой кто-нибудь, блядь, или чем-нибудь, и все нахуй. Они сейчас придут, блядь, на Елену, сейчас нахуй. Местами поработаю. Вот фазах, я бы уводил бы КШМ. Лазик свой. Отсюда. Ну конечно, блядь. Давай, сейчас. Слышишь, давай попробуем Godfather право отжать, потому что здесь особо я много войск не вижу. Godfather, отведи пока УАЗик-то, нахуй тебе нужен. По Харитону лучше бахните УАЗик. Ой, да. Два Леопарда, два пятых, это я, блядь, конечно, никогда еще не был так это близок к провалу. Godfather. Ёбаная тунгуска, сука, попади, пидрская хуйня, блядь. Давай, мразь, блядь. Атакал с налево. Тунгуска. Да. По-тунгуски. Вы не забывайте, что уничтожение, блядь, вы как-то это... Да-да, через поле, блядь, за трюками. Видите, совесть нахуй. Что значит уничтожение? Это значит много очков, верно? Это значит, блядь, что мы проебём сейчас нахуй, если будем так играть, как обычно. Ну что это значит? А по-другому мы не умеем. Баня, поставьте на Хартон хотя бы. КШМ. Едет туда КШМ, бля. Да у нас на Григории две КШМ стоит. А уже едет КШМ, спокойно. Итак. Надо... Хана. Справа гепард. РСЗО направо. Есть, да? Атакам с налево, атакам с налево. По образцам, спикер. Истребитель воздуха справа. По ним, по ним. Я же сказал. Ах ты сука. Он гадает. Еще летит. СВшка, походу, вот здесь вот на Иване где-то. Ну, все пиздали, правда, блядь. Очень обидно. Два леопарда, два пятых слева меня пиздит. У меня танков нет там. Атакам. Куда? Они все команды просто атакамсят. Да. Конечно, господи. Это ж такой режим, нахуй. А вы еще, блядь, вы ничего хотели в это говно играть? Так ты ж нас ну, сюда повёл. Ну двигайте, чего, блядь, какого еще нахуй играете, блядь? Чувак, ну как? Вот стрелки по полю шли, блядь, под танк. Ты че, блядь, вообще? Ну потому что, блядь... Нас направо. Че, курнас, блядь, только я набил, блядь. Спасайте нас. Спасайте нас. Ас. О, сбили. А, 2 на 5. На Леониде мы 1 на 2, две штуки. А там вот есть мерчи. Вот есть. Вот сюда заезжает 225. Ты уверен, что сюда, а не дальше? Ну, я не уверен на 100%, но... Еще вот сюда смотри, заезжает М1 на 2-2. Да. М1 на 2 двигается. А, они встали, кстати, да, М1 на 2. Азим, а что справа у тебя в метке? Там сейчас УМ-ки скоро откинутся. А, там противник, а там где серый... Пис Райан слева летит, Пис Райан слева. Ну, УМ-ки вылетел. Еще раз блядь, справа. Вот. На моей метке, которая справа, там противник, а... Какой? Угу, понял. Вот, а там где серов, там автоматика. Серов а, это на я. На моей метке два автоматика. Хреново, это спецназ. На каких ваших метках, блядь? Вот, все, справа. Вижу, кидаю. Так что, ты смерчи-то кинул куда-нибудь вообще, нет? Кинул я смерчи по твоей метке.
Смотрим сейчас. Ну что, забираем ли? Да, да, да. Вертолет слева, не два. Я промазал, один. И... Хватит жрать. Два, пятый. М1 на 2, еще два М1 на 2. Давай, пятый, один кончил. А Godfather БРМ-ка не выключил. Сейчас второй тоже. Все, отлично. Слева нет. Ну короче, блять, надо было брать не танковую деку, нахуй, а общую со смерчами, нахуй, и делать то же самое, что они. Я что-то думал, да хоть будет побольше. Так а я о чем говорил? А вертраж-то бомбил? Бессмертный. Чем? Чем? Интересно. В уничтожении это не работает. Атакамс на центр. Надо попробовать, может, атакамс спалить как-нибудь? Может, они... Не, вряд ли. По-любому двигают. Не факт. Атакамсы бывают... Черный, белый, красный. Оп, а ты ничего не видишь. Вот здесь вот три антиэйра вкусных, да, махерачься. М1 на 2 прям. Рафаль справа, Рафаль справа. Вот М1 на 2, а нет, они сюда куда-то отъезжают. Попробуй, может, туда смерчом кинуть. Вот, по-моему, здесь патриот. Поработаю по метке по патриоту. Ладно, у меня нет мерчей. Блин, вы посмотрите на это. Колосс застрял. Shit happens. Он слишком тупой. Боже, они причем там срочник просто сидит. Там же первый раз. Ой, блядь, технику уничтожили, поэтому он и застрял. Ну да, я понимаю. РСЗО направо. На Борис. Да? Мадехном. Потому что вот здесь вот разведка. А Роланды, по-моему, кончились. Атакамс направо. По Борису. Сколько с лапами на мечиком отстрелялись, они даже не умерли, нахуй. Патриота там ничего-то нет, ну, не нашли? Нет, не нашли. Ну как ты у меня плохим стал стрелялся, не точно. Боже, они даже не атакуют, блядь. Да, ну бога. Зачем они будут атакамс тертить? Да. И так еще 40 минут. Че, уже 39 минут прошло? Нет, нет, осталось. Атакамс направо. Атакамс направо. Атакамс. Хуй знает. На вас. На меня. Наверное, да. Вот здесь ствольная арта. Две штуки стреляют. Это наш. Парень не выдержал. Он справа ехал. Пиздец, сука, два танка въебал. Атакамс? Не. Самолет по центру. Здесь, короче, стоят два М1. У нас есть в кассеты какие-нибудь? Да, да. Там два М1 на 2, потом еще там танков, еще там целый, там столько. Я не могу так стрелять быстро. Скоп разгрузи. Я предлагаю, если сейчас... Если они не ливнут... Выиграем или проиграем, важно остаться и взять деки со смерчами, нахуй. И проебать все направления. Отлично. Помощь мостами. Я только слез приезжаю. Куда мостами? Ёбаный... Вот, по моей метке справа. Работа. Там весь АДС. Два леопарда справа. Только два самолета пить. Вот сюда. Атоматик справа, атоматик справа. М1А2 починились. О, нахуй. Два М1А2 кончились на Леониде. Кончились, нахуй, оба ублюдки, блядь. Справа 2А5. Это другие М1А2. Те, что были, починились, они едут вот здесь. Там было четверо. Они вот сюда заезжают, скорее всего. Попробуй туда шмальнуть. Там я не могу, я, блин, это, один, вы чё? Турао справа. I need смерчи. I need more смерчи. Моа. Фига, кому-то там по мордальнику прям прилетело минометом. Я чули. О, КШМ-ки луплю, которые сейчас станет. К
кто-то не умеет выключать радар, у них я смотрю. Что там нет? Да, М1А2, вот по моему. Самолет далеко полетел. Рядом с моей меткой М1А2 на самом деле. Вон еще М1А2 сверху. Роланд вот здесь вот над Иваном. Ну, он был относительно безопасности. Здесь, смотри, здесь одна стоит. Еще одна метка вот туда едет, блядь. Да, да, да. А ты видишь? Ну, помоги, пожалуйста, один, мне ты... этот, УМКом отправь снабжение быстрее. Где? МТЛБ, МТЛБхи твои. Радар не кисику? Сейчас могу купить. Право. Право. Да, хорошо, что ну, у нас вообще дофига людей. Куэмком, чтоб турами зарядить УМку, чтоб я отпиздил. Так ты нужно на УМке ставить хелпу там. А, не отправлю пока, подождите, я сейчас это. Я парт, берите, пожалуйста. Роланд один забрал. Над Иваном? Пилоту забрал. Да. Угу. Вот здесь был. Да, больше, по идее, там должно быть. Истребитель справа. По моей метке. Ну, большой ламок у себя, да? Потом. По моей метке. Три этих бета. А М1А2 просто стоят вот здесь, и все. Они давно так уже стоят? Только что приехали. Они только приехали. Тут Махбет едет. Да-да, у меня нечем его 15D убьет. Направо. Параль уехал. Игл. Не дотягиваюсь. Азимут, останови хотя бы. Пехоту свою останови. Нормально. Я не попал в него ни разу, вы серьезно? Ну я подобрал. Азимут, аккуратнее, вот здесь вот все что угодно может быть в этом лесу. Собью кто такой дорогой. 20Т, чтобы. Ой, 25Т, чтобы попробовать забрать М1А2 на самом деле. Или не стоит? 27М есть. Не стоит. Там просто там боком ездит М1А2 на центр. Там такая. Вот за ним уже летит. Просто жесть. Только аккуратнее спиваться там. Нихуя! Вот это подарочек. Че? Патриоты с Ивана просто прилетели и убили нахуй. Откуда отсюда? Я не могу сказать точнее, потому что я смотрел на центр. Не из-за экрана прилетело. Вот здесь обходим. Ты кому передалось? Я по Саламандре ходил. Сейчас будет закат. Но не вижу. Всех выводим. Да, выезжает. Это говно выезжает. Кто у нас серп? Я за него. Вот они подходят. Моя. А да. Есть. Одному в яйцо попало. А Зим, сейчас бы МПТ-хи потеряешь. Я на контроле. Транспортные jednotki сделали, что будете хотеть? Домовите со мной? Вот здесь очень много людей. Да, заходит передачу. Я лехал. МПТ-хи, уводи. Ну отстреливаем все это говно артиллерии. Все нормально же. Все нихуя не нормально. У нас на центре нету ПВО, самолеты там ебут. А, тогда да. Причем с вражеской нормально. Стороны, там сразу несколько человек покупают ПВО, чтобы оно там было. Ну так давайте не будем туда просто летать. Аккуратно. Действительно. Пускай танки просто. Пускай танки переезжают все, что хотят. Видишь? Ты же все понимаешь. Ну, короче, сами доигрывайте. Блять, ну тогда кикни его, чё за истерики-то нахуй? Ха! Кикни! Ха-ха! У тебя нет безвластия. Ну, чё ты истерики-то устраиваешь, блять? Чему это вообще? Я к тому, что ПВО надо купить. Намёк был такой. В
Слушай, ну ты и есть наше ПВО, блядь. Блядь, там же трое, блядь, были, или двое нахуй на авиации. У меня самолеты кончились, у меня осталось два пути. Хорошо, что один. Кто виноват, блядь, что у тебя самолеты кончились? Если у тебя самолеты кончились, потому что с вражеской стороны летунов больше, чем у нас. У нас даже ПВО нету, чтобы я мог разводить вражеские самолеты. Ну хорошо, тогда играй на земле. Играй на земле или копи на верхней. Хорошо, все, все, хорошо. Не вопрос. Воюйте. Сбил его. Я то и говорю, воюйте. С таким инкамом я ничего не могу купить. Воюйте. Надо было тебе... То есть как бы то, что у тебя нет юнитов, то, что ты их проебал, но чья это вина? Блять, я еще раз говорю, у нас нету ПВО. Нам нечем воевать с самолетами. Ну, я хуй, реально бойного ПВО нет. Да ладно, хватит ругаться, дайте поиграть, я не слышно, что ничего. Я тоже. Харитон, Елена, Дмитрий, из ПВО одна тунгуска. Ладно, две тунгуски. На все три точки. Это несерьезно, вообще ни разу. А у нас на А, на Елену заходят. И вы еще что-то говорите, что я виноват в том, что я что-то проебал. Здесь патриот. Никто тебе ничего не говорит, это ты начинаешь говорить всем. Во-первых, мне только что сказали, а чья это вина, если ты все слил? Ну так ты говоришь, что у тебя нет, я не могу играть в тебя. Ну не можешь играть, блядь, ну кто виноват, ты что всем проебал? В том и проблема, что я не могу играть слева. У нас пол карты занимается ничем. Ули, тебе нужно было на артиллерии. Возьми 28%. Да, да, вижу, уже потерял. Скорее всего. Да, на уничтожение артиллерии. Да, долго. Но я почему-то думал, что будет больше инкам, и мы это. И имеет смысл брать танковые, но нет. Птураус направо, Птураус направо. Здесь можно спокойно вообще дек играть. Здесь типа вообще никто ничего не делает. Но... Один М1, М1А2 забрал ты что ли, да? Нет, он уехал. Нет, один, их было два. Один я видел. Один уехал. А, один умер. Один уехал, блять. А второй остался, он ранен и поехал на ремонт. Я понял. Вот так вот не надо нормально говорить, а то на один уехал, а второй чё? А второй не уехал, да? А второй не уехал. Не так что же с ним случилось? Он умер или остался? Какое имеет это значение? Главное, чтобы ты не болел. Мне кажется, вот здесь должно быть много танков, потому что там постоянно М1А1, М1А2 катаются. Пометки мои по центру. Туда и имеет смысл посмерчить, если других целей нет. Кассеты на Борис. Вертухи Азимут. Да, уже убираю, но... И Ми-26. У нее успел. Блин, вы все-таки это имеете совесть? Ну да, мы как бы на очки играем. Зачем такие ставить? Юниты. Я их поставил. Как лох. Вот Ми-26 нельзя спрятать, как и современные. На патриота справа. Вот здесь что-то было. Патриота. Сейчас, ты можешь голос отправить мне, блядь, в Туран, блядь, скорее? Куда-куда? Хорошо. Не ехали, патриота. Азимут, уводи БТР-80. Но его жизнь в твоих руках, так и знай. На Борис кто поставится вышку? Я сейчас туда этот, Ми-6, а ты от него заряжайся тогда. Не надо ничего знаешь, отправлять, не надо никакого Ми-6. У меня нет, блядь, грузовиков. А у меня есть, прогнать. Я себя отправлю. Колосс твой, все. Чиф, у тебя же очки копятся, да? Нет. Вертораж? Какой вертораж? Это уничтожение. Бля, у вас очки копятся? Нихуя себе. У меня копятся. Ой, к черту вертораж, блядь. Блядь, поэтому мы проявим. Блядь, три вертолета накопилось за полгода, блядь. РСЗО направо. Я тебя перефразирую. У меня копятся очки, потому что атаковать негде, потому что это бесполезно. Это игра на стоянии. И поэтому... Все, что здесь нужно, это арта. Тут и проблема, что мы стоим, и этому очень нравится. Ну да. Ну вот так, поэтому надо какой-то дешманской техникой. Нет, смотри, есть два варианта. Мы будем смотреть. Нет, давайте так. Смотрите, картали, у кого, блядь. Блядь, Фазер, ты можешь на секунду? Подождите, у кого есть кассета? Да я уже стреляю по ним, блядь, все могут стрелять и это. Я уже ствольное стреляю по ним. Мы либо сейчас агрессивно самолет справа, атакуем. Самолет справа, бобер. Агрессивно. Вы можете хотя бы агрессивно
обратят... Блядь, вот Лазар, дай мне договорить, ты заебал, пожалуйста. Ты не даешь ни разу слова договорить. Мы либо проиграем, но агрессивно атакуем, добьем их до реки как минимум. Нет, мы выиграем. Мы добьем их, но мы проиграем. Либо мы стоим, надеемся выиграть. Решайте. Стоим и надеемся выиграть. Мы агрессивно обороняемся, давайте. Автоматик. Ударили вперед, отошли, они опять подкопились, опять поперлись, засветилась вот эта хуйня. Вот сейчас, на данный момент, должна выезжать танки, и вот этот вот чайок стрелит в середине. Госфазер, убирай свои мосты, пожалуйста, случайно я от них отстрелялся. Миша, стой мой вот здесь, палится, блядь, прикиньте, блядь. К-50 скопику. Ты, блядь, чё хотел? Скопикус, ты, блядь, вы заебали, убирайте нахуй юниты вообще назад. Скопикус. Да слышу, блядь. Убирай свою залупу. Дрочи. А можете справа лес взять? Там, я на самом деле, я за то, чтобы... Нет, потому что у нас нет танков. Я за то, чтобы проатаковать и проиграть. А зачем? Нету, чем мы, блядь, играем? Зачем ты за то, чтобы проиграть? Просто потому, проиграть. Что мы все равно уже не выиграем, скорее всего, в таком режиме. В смысле, у нас разница, у нас ничья сейчас. Ну, зато мы с честью проиграем. Патриоты уехали. А зачем, когда мы можем с честью сыграть ничью? Да, если зачем, вот именно так, да. Ты за кого играешь? Вы мне объясните, как получается? У нас больше на одну зону, но атакуют они, блядь. Причем элиты. А вы, блядь, ничего не делаете. Как так получается, что у них и танки лучше, и ПВО больше? Чем мы воюем? Вот ключевой вопрос. Я, допустим, топ-танки не хочу просто вызывать. Возьмите кассеты. Просто потому, что они будут делать, и по ним будет... Они стоят в каждом кусту, блядь. Ну да. Потому что я вылажу, допустим, если бы у нас взял артиллерию, а не авиацию, то есть... Ой, я ты знаешь, куда артиллерист был, взял авиацию. Если бы вы взяли ПВО, я бы еще летал. Слева движение началось. Мужик, на Харитоне. Это авиация играет, понимаешь? Копикус. Ты артиллерист. Копикус, где твоя зенитка? Хоть одна. Тунгуска вон стоит. А, одна на три точки? Ну, блин, ну да. Ну, молодец, чё. Ну что ж, держи ворота. Ваем эти на два, слева стоят. Вот сколько у тебя сейчас очков? А нет, уже двигается. У меня сейчас мало очков. Пацаны, можно на секунду попросить вас заткнуться? 4 топовых танка слева и колонна пехоты. Жесткая атака. И лонгбоу. Азим, вот ты опять хочешь слить этот танк? Ну, в смысле, который? Даже не попали. Чудом. А не к шемку поставили? А. Нет, просто пусть убегает, да, действительно. Ну, там 4 топ-танка. Конечно, там 4. Там еще лонгбоу. Там еще лонгбоу. И кротали. Роланды там. Пусть едут, нормально. Я свои топы вызову, ладно, пусть. Ну, я по дубам дам. Только я стреляю я по центру. От фобов. Скопикус, убирай свои опоры. Они уже проезжают дымы. Разведка будешь попадать, блин? Флера задел. Не, он отъедет. Туровоз здесь, блядь? Туровозы, вызовите, заберите эти танки, блядь. Слева? Ага. А зенитки кто убьет? Ну смотри, я могу попробовать, но я проебуду, если 10 очков, чурки мои. Я только что 135 там проебал. Слева? Да. Я вызвал топовые танки, погодите, сейчас попробуем. Но, блядь. Все пройдем, да? Есть кто-то, кто может меня в воздухе, если что, прикрыть? Да, будет. Держу ролл. Ой, нормально. Держу ролл. Ну, кстати, у них... Один эклеш стал с одной жизнью, бью по нему ствольный. И по лонгбол там еще прилег, можно свой. Этот, блядь, как тебя с серых, мне нужен еще грузовик. У кого ствольная по лонгбол? Чуть по лонгбол лупить. Я слева летаю. А он полетел. Ах ты, сука. По мосту можешь ствольный пострелять. Там у этого, у танка одна жизнь. Если он по нему сейчас отнимет. Не, он скорее всего будет лечиться. Колосс поехал к тебе. Один на два. Вот здесь опять. А эклер уже убит. Кем-то. Ну, я по нему просто стреляю ствольный. Я один убил ракеты, который целый был. Второй на мало хп не трогал. А, не, значит... Он в дыму должен стоять. Значит, еще не умер. Значит, он где-то там.
Маэстро, выкрути, Серов, пожалуйста, вот этих ребят. Серов, твой колос пусть вот здесь остановится где-нибудь. Вон он, лежит по мосту. Ну вот, да, я же говорил по мосту. Хорошо, ставлю по точке. Как знал, сука. Ром. Хатай, подъезжай. Яков, вводи. Бля, без сопливых знаю, чем сделать. Та-та-та-та. Да ладно, как ты мне вслед-то еще кидаешь? Так. Ми-26 за речку не сади, Скопикус, блядь. Они видят, нахуй. Тем более, блядь, Ми-6 у меня спалился. Ми-26 это вот тем более спалится, блядь. Да-да, сейчас. Мне нужен у меня Василек без топлива. Встречает Акамс, бля, тогда. Маэстро, потеряешь радар сейчас. Он с выключенным... Оля, ты тэшку уводи, я потом с... могу прикрыть пока. Окей. Я на всякий случай за рекой полетаю, если эти засветятся. Акамс налево. У Милана какая-то... Это по ОМке. Вот у меня на секунду там ОМК. Два Акамса прилетело, нахуй. Ого. Да это, блядь, танки постояли, нахуй. Он просто на секунду встал. Два атакамса. Пим-пим. То есть ну, останавливаться, вот поэтому я нахуй не хочу брать, нахуй, топ-танки. Вот сюда Миланы уезжают. Я не успел их достать. Ну и хрен там с ним пусть. Они будут через ящик, скорее всего, перебираться. Там надо выстроить просто разведку, да и все. Там лучше не летать. А, ребята, не надо там летать. Эмили, как я не знаю, что... Он задом выехал из дыма, да ладно тебе, парень, смотри, как умеет. Блин, он успел повернуться, пока я подлетал. Был 27-й, я не успел. Но он в дым закатился. Но задом выехать из дыма, это сильно. По Василькам? По Ми-26, да? А нахуй вы его посадили? Опять не 26-й, второй уже, что ли? А Скопикус хотел зарядить Васильки, но... Скопикус, я же тебе говорил, ебаный в рот. Ну, короче, только начал передвигать, отвлекся. Не сажай ты его там, блядь. Ну, сука, ну же сказал же, блядь, зарядь. Вот, не надо садить, блядь. Хватит материться. Хватит орать-то, ну ёбаный. Блядь, ну как это делать? Блядь, можно я включу Годфазера? Ну ты задрал, чё ты так орёшься, блядь? Да, Годфазер, ты чё-то пизданулся, блядь. Ладно, не буду. Тебе должны. Ну и просто предупредил. Может, тебе надо было на чем-то другом играть. Ну, проебал, ну что такое? Коп, может, тебе надо было... Ну, на авиациями надо было играть, когда тебе нужно было на артиллерии. Нужно было взять авиацию, играть акулами нормальными, топовыми. И слить их. А что у тебя 200 очков, а у меня 2000, и что-то как-то... Мать, блядь, флорит, вы заебали, блядь, честное слово. Ну, ебаный в рост, столько флуда. 2М1А2 ставят, 2М1А2 по метке слева. 2000, а у тебя было бы 200, блядь. У тебя тоже было 2000. Авенджеры, по Авенджерам стреляю ствольный. Риф, набери ровно одно очко, пожалуйста. Что там у него, 665? 1387. Подожгите кого-нибудь. Да вон он. Годфазер уже готов. Я смотрю за его счетом этот, внимательнее, чем за этим. Забагер обиделся на вас и ушел с Дискорда. Так что, если что, ему пишите. Направо, Атакамс. Аккуратно. По БВшкам, наверное. Угу. Не знаю, там тут еще что-то летит. Нашли, по кому стреляли. Я знаю. Блядь, по БВшкам, да. Прям нет, нахуй. Так, надо, чтобы что-то, где-то что-то сгорело. На одну очку. Годфази! Опа, я сейчас сгорит на одну очку. Всего на одно? Оно в зачет не пойдет. Писхайн, центр. Потому что то, что же... Кто раус направо, кто раус направо, там скорее всего... Да. И он разводит. Да. Не надо. Сидим, никого не трогаем, мы радуемся жизни.
Пиздец, у меня нет даже, блядь, такого, чтобы издалека навешивать им, блядь. Они меня не атакуют, хуй знает, что делать. Это Хамса. Атакуй. По БУшкам. Патриот. Авенджеры слева, аккуратно. Слева много авенджеров. Зачем вам стой по реке стрелять? РСЗона центр на Боухе. Не доказывают, вот. По дапам стрелять. Ебаните ей на отход. По дапам стой? Наверное, если... Я не знаю. Хуя. Это лишь теория. О, лоу вижу. Да, можно, кстати, по нему вот вон здесь, по-моему. Он... Не, он там завис, он там завис. Кибушки, пос... Давайте назад. Это там с побулышкой. Прям сейчас по дыму пойдем. Блять, найти бы его, найти бы его. Выстрели еще раз. Ладно. Не выстрели. На отход. На отход. Да. Да. Господи, как ты удачно подставился, а? Че, попал? Понимал? Еще как. Ну, одну забрал, да. Удивительно, что вторая пережила на одном квадрате. Да. Хуя, тут уже ПО прям подставили. Так, там давно стоит, он тоже летал. Справа от атака. Нет, ни одного минута не светится. Хуй знает. Я с центра. Бомбол выжил, кстати. Маэстро, готовь. Может, надо разведку ставить? А он там был. Так не сможет ее, они где-то сидят разведки, а только приезжая разведка, они мне сразу пизды дают, блядь. СО по центру. Тволку кидаю направо. Бля, сейчас БУху добьют. Да, добьют. Ну, слушай, у них есть хорошие артиллеристы, у нас авиаторы артиллеристы. А, лонгбоу висит вот здесь. Висит в поле. Несколько зарядов смерча можно кинуть. Блин, там осторожно, здесь вот по волне. Я улетаю со стороны нашей. И стараюсь действовать на максимальной дистанции. Опа, она. Патриотики. Это с Ивана. Я не успел увидеть откуда. Автоматы также есть. Скорее всего, где-то вот здесь вот они тусуются. Да. Не, они чуть подальше. Стреляют. Нет, ну я вот этот вот лес имею в виду. Я предлагаю остаться и сходу и гнуть из этих, блять, вторашей нахуй. Наказать всю артиллерию, блять. У нас нету денег на вертолет. На эту следующую карту. Я бы не трахался, я бы просто взял, все, чтобы у всех были смерчи в деках и ебал. Либо так, да, тоже. Сначала игры, да, чтобы проебать точно. Однозначно. В смысле, нет? Почему? Я люблю общий дек. Просто брать общие деки и все. Метку поставил на патриотов. Не, вот здесь он вот перед... тоже. Он что передвинет их? РСО летит куда-то. Нет, скорее всего, да, моим минометом. Или на кубы. Не, кубы не должны. Они не стреляли. Чё ты испортил свой счёт? Я же сказал, никого не убивает. Ночку заработай. Ну что ты наделал? Ну и надо было. 25 на пехоту на БТРке охотится? Да. Два патриота он переживет. Справа радарник упускать, автомат включим. Есть. Там не патриоты, там что-то за 75 было. О, КВСы прилетели. Что-то не особо включены. Во, вот здесь стоят, вот здесь. Патриот. Ну, вот это чьи теперь минометы? Херачься хотя бы минометами. Это был не патриот, это был Хок, и вы его убили. Я убил, да. Патриоты вот здесь вот стоят, но я не знаю, двигаются, не двигаются, они там давно были засвечены. Они двигаются. Ну так мы можем сделать гадость им. Гадость можем им сделать. По-моему, я убил Хок. Пострелять мне по метке справа или не надо ствольно? Стреляй. А дальние которые? Правый, да. Радарник опускать. Если разобрали все сразу, да? Хуй знает. Так.
Автоматик выжил, сука, с 3 хп был теперь. Блять, ненавижу. Мне сразу нахуй накрывают все, ну пиздец, блять. Он 2-4, 2-5 стоит, вон. Не пугайте, это... Не пугайте их, да. Мерчительно. Все, автоматик кончился. Ага, вот там еще какой-то ПВО стал. Чиф, ты чиф? Слышал, нет, про... Че? Топовый танк. Есть. А у меня перезаряжаюсь. Че, не могу. Ладно, 2-4. Уже один все равно забрали. Так. Что сказать интересного? Стоит ли атаковать в этой жизни? Или не стоит? Ну, пока мы в ничью жизнь, да. Я не знаю. Да, да. Лонгбол, даже чуть-чуть сокращается. Базар на тебя лонгбол. Его тут нет. Нет, я же сказал. Вышел скоро. Давайте, говорит, агрессивно обороняться, нахуй. Проебывай танк, блядь, за 80 стул. А что, лонгбол попадает, когда даже без засвета уже танк? Да. Да. Потому что много дичь. Ебанно. А чё у меня так не попадает? Потому что у тебя пинг не оттуда растет. Да, у тебя не... Айдишник, точнее. Атакам с... Маэстро, маэстро, помоги спецназу. Куда атакам с, куда атакам с? Ходил. Скорее всего, в танке туда, где были. Брасу. Да. Где были танки. Ну, он ушел. Яков в один. Этот лонг, кстати, постоянно... Азимут двигайся по метке. Ну, кто там по... Свои же, кто там фигачит? Че? Что да? Видел, что свои же кто-то дал? По лонгбоу попал, у него одна жизнь осталась. Он его постоянно оставляет, так всего можно добить. Но, блядь, сейчас ушел. Ой, 25-ка рискуете, а вот Ульрик, тут. А вот южноафриканская арта такое не прощает. Нет. А я вслепую по нему стрелял, я его не видел. Я просто видел, где он вроде как садится, и 4 стволами в него ебанул. Я видел такое в одном фильме. В любом случае, у Южной Африки разброс меньше. Там бы не летал, там что-то патриот, хуёт. И нечего залетать, ты что-то ничего не делал. Як. Бля, я все-таки хочу на таком посмотреть, может, блядь, все-таки спалиться. А добрый разведочку сюда. А он мне ставит там рядышком. Туда ее выбьет. По-моему, даже вот здесь вот у них юнит где-то был. Пойду пощупаю. А там же вон спецназ всякий, один юнит запустить туда. Я запустил ВДВш. А, это твой? Вы не надо, не дергайтесь только пока, это что может там сейчас. Они дапы по карте расставляют, потому что думаешь, мы будем вертарашить или что, блядь? Нет, это дапы разных людей. 10 минут, кстати. Вот скопик усцени меня, я тебя вылечил. А, нет, это даже не дап. БМБ-3. Вылечил тебя, говорю, по метке. А, спасибо большое. В смысле, а деньги? Так это и были деньги. Угу. Просто спасибо, но на самом деле в нынешнем... Проклятый капитализм. Так, стоит, что... А что это за верты такие? Конвертируем валюту, да? Ё-моё. Ну, там весельки двигай, если что. Я не знаю, ты их двигаешь, не я двигаешь. Я не знаю, что там в хеме стоял, но я стреляю вот сюда стволкой. Что-то он там заряжал. Вот я тоже, я по нему херачу. Какая там разведка? По ходу дела. Почему? Там танк стоял, я уебнул. Ну, думаешь, танк так светит? Да, светит хорошая, блядь. Танк разведывательный, я там ебнул, тут точно. Опять направо идут. Сюда БМД. Говнецом. И мне тут же начали стрелять. Азимут аккуратнее с БМПТ. Справа, на да, Борисе. Модерны, модерны. Модерны уже едут. Как же ты долго отъезжаешь, нахуй. Это пехота у нас, да? Пехота. О, 2 базы. 2 базы. Они сейчас так и будут. Базы. Вот это вот скрежет из старта. Атакамс налево, и на центр даже куда-то. Кидаю по меркалам бас. Не пугайте. Куда ствольная? Блин, хана моим минометом походу. Справа ствольная.
Кого кассеты ебашит по вам? Да, это по моим минометам, видимо. Там 2-4 вон. Нет, сорян, но я отступлю. Вот это петухи, конечно. А в ответку можно что-нибудь кинуть? Сейчас модерн минус. Роллы закончились. Которые за Борисом были. Только Макбета оставили. Угу, по очкам они сейчас выебали, хорошо. Разве они выигрывают? Не знаю, они столько самолетов сейчас слили. Блядь, от базы, если чё, нахуй, я не знаю. Значит, их сейчас заберу. Кого там есть время, напишите ему, но Godfather, Чериф, рядом стоит. Чериф, блядь. Чериф, блядь. Сорян. Ну как там тебя, блядь, нахуй зовут? Он сам приходит. Ты же знаешь. Как же у них? Короче, смысл в том, что рядом стоит. Во-во-во. Патриота кидаю, патриота. Я то, что стрелял всякий. Ох, там, кстати, еще какая-то, блядь. Не, ну это, ну посмотрите, как далеко они кидают. Ну. Ёбаный рот, и ну. Тайгер, тайгер. Маэстро, аккуратней. Да, вижу, с вертолетом. Переехали, да? Да это мы все разберем, говно. Не бойся. Лево 2, М1, А2. 2, пятый справа. Думал. Трёд переехали. Кроталь. Два чпараля или один. Два, по-моему, здесь я. Как сюда они переехали? Слева, слева атака готовится. Они уже переехали оттуда. Только что отстреляли. Атака вам слетит. Куда? В сторону кубов. Где модерны, кубы? Там, где партия едет. Вообще странно. Радарник направо. Больно. Твою же мать, а как они вообще это заметили? Ну, молодцы, и чё? Тигр, хотя вряд. Я просто там внизу был. Меня не должны были видеть. Что у тебя кубы стреляли, когда... Нет, они выключены, они выключены. 2 М1, А2 слева встали вот здесь. Нет, ладно, всё, отбой двигается, двигается уже, двигается. Они поехали в атаку. У них опять атака слева. Правда, есть теперь чем ответить. По горота летел. Не кинул, он уехал. Всех у тебя игманы. Да, а у него 2-5. Радарник есть направо? Есть Птуравос. Там два чпарали, если что, аккуратно, в лесу, вот, вот здесь в лесополосе где-то. Я выйдем антиходахником. Аккуратнее, над чпарами, на чпаралями не летит. Попал Птуром по обоим. Там... Давай, я делаю круг, эпизон, разворачиваюсь, разворачиваюсь. Ну вот сюда заехали два танка каких-то. Сейчас вот едут. Блять, хоть наверное, сейчас только блять попробует. Зачем? Фаза! 4 минуты, не сливайтесь. Ну, пытаемся. Ну я к тому, что... Ладно, сами знаете. Всех Мардаха лучше бей. На утро какой-то. Да успокойся, а. Мехкалу 3 бас. Идут опять. Под прикрытием шинов. Угу. Кротальте. Кротали светились. Ой-ой-ой. Одно деление у Абрамса осталось. Смотри, он танки разъединяет.
Начинав один убить. Да ну нахуй, блядь, это пизда, я ебал в рот. Да, согласен. Ебать нахуй. Блин. Бля, столько самолетов слили сейчас, право, ёб твою мать. Наши или они? Ну, проебали. Все, проебали. А чего там слили самолеты, зачем? РСЗО направо. Минометы или что там? Мне. Самолет на центр куда? Антирадарник, скажите. Да. Понятно, как играет, короче, надо брать, да, всем общие деки сортировать. Да, всем общие деки. Да, да, пока Д нахуй поливать, все, что движет. Только надо... Наебал двух патриотов на Иване. Все-таки снабжение, конечно, смотрите. Дрочили. Он шинаву стоит. Эти, да. Они уже не стоят. Эх, жалко, не удалось мне тем 1 на 2 добить. Вон эти, команда с паром можно. Ком стоит, да, добивайте все. Вот мы с танком появились тоже. Хибас опять выкатывает. Один шинав точно кончился. Я смотрю, не согласен. Атакамс на центр. И второй. Меркава 2D. Может, заберете? Если получится. Я боюсь, это 3D. 3D. А, 3D. Я могу вылететь. Опять справа кучка полёт, говна. Но там класс, наверное, и не говна. Там 4... РСЗО налево, РСЗО налево. Много хоков. Понятно. И куча поменьше. У патриотов там теперь меньше. Я а, да? Налево. Ну, это, блядь, все равно. Но 27 секунд. Надо больше сливать, я думаю. А, 20 секунд, ну да. Соси Питер. Стоит ли им писать, что они играют как пидоры? Выиграть. Если, а что там не прыгать? Надо не прыгать, просто прыгать. Набрать смерчей. Ой, блин. Офигеть, я отсосал, конечно. Скопикус, как ты мог? Да, нахуй. Так а что мне было делать? У меня из этих, из дальнего чего-то. Вот опять же, Goodfather, но тоже, блин, 700 очков. Я вылажу в этот, блядь, вылажу, короче, атаковать. Азимут, ай-яй-яй. Вся артиллерия мира, нахуй, и на отход еще хуярит вся артиллерия мира.